Ну и как всегда у нас дисциплина начинается с выхода. Смотрите, прослабленный поводок, да, и это все вот одно и то же. Со всеми собаками абсолютно. Как только происходит натяжка, ну видите, она уже не делает так. Шами трясет, мне не нравится. Вот видите, нет натяжки. Она даже не пытается это делать. Хотя хозяйка пытается. Вот я вот сколько бы с ней не гулял бы сейчас, она... Вот смотрите, раз натяжка, да, все, она стоит, ждет. Пошли, нам сюда. Сейчас будет. Вот раз, все, она не тянет. Раз, все, нет никакой натяжки. Да, она умная собака, хорошая умничка. Золотка прям у нас. Вот видите, все. Молодец. Ну вот просили примирить меня с овчарками, да. Вот у нас, пожалуйста. Вот у нас вот такая вот собака тут есть, да. И вот такая вот собака есть. Да? Все, ты овчарок не боишься больше? Нет? Я овчарок не боюсь, тем более таких хороших овчарок. Да? Да, бабаечка. Бабаечка моя, бабаечка. Умничка моя. Хальба. Ну вот, посмотрите. Вот это ошейник, который был на Альбе, да? Вот я сейчас на ней другой ошейник одел. Альба, иди сюда. Разницу по ширине видите? Безусловно, вот этот ошейник создан для того, чтобы не причинять собаке неудобств. Да, вот ширина его. Сейчас я покажу. Ширина, да? Чтобы не причинять собаке неудобства, когда она вас тянет. То есть производитель ошейника думал о красоте, там, о том, чтобы собачке, при том, что она когда тянет, не причинять неудобства. Да? А мы просто собаке должны дать понять наше вообще понимание того, что когда ты тянешь, то тебе становится немножко неприятно. Ты перестань просто-напросто тянуть, и все, и тогда все будет замечательно. Вот с этим ошейником сделать это очень тяжело. То есть, ну это как вот на шлейке собаку научить ходить рядом. Это достаточно тяжело. Если это не дрессировочная шлейка, то это тяжело сделать. И точно так же с этим ошейником. Смотрите, вот такая вот собака, да? Она и так у нее энергии целая куча. Вот, и вот еще вот такой вот ошейник, который, типа, вот понимаете, вот он сделан полностью для того, чтобы исключить неудобства, при том, чтобы собака, ну, не тянула. А потом мы удивляемся, что у нас собака тянет. Вот возьмите вот обычный ошейник такой, он чуть поуже, ну, просто собаке дает понятие того, что тянуть это не очень хорошо. Собаке не больно, она и не тянет. Она понимает, что свободно провисший поводок, это в любом случае лучше, нежели натянутый поводок даже в этом случае. Просто этот ошейник даст ей большее понимание того, что тянуть не очень хорошо. Так вот, заслужите доверие и уважение, и собака не будет вас тянуть. Удачи всем!